Здравствуйте, Ангелина. 11 лет, на конкурс «Дети читают стихи». Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце. А на стенах еще нет. А потом в стене внезапно открывается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино. И качнулся, и очнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч, прямой и резкий, это светополоса, заставляет меня плакать и смеяться в 2 часа, быть участником событий, петь, любить, ходить в кино. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер? Этот ровно гениальный и безумный режиссер. Как свободно он монтирует различные куски. Ликование и отчаяние, веселье и тоски. Он актеру не прощает плохо сыгранную роль. Будь то комик или трагик, будь то шут или король. О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом. В этой драме, где всего-то между началом и концом 2 часа, а то и меньше, лишь мгновение одно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино. Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты от нехватки ярких красок, от невольной немоты. Ты кричишь еще беззвучно, ты берешь меня сперва выразительностью жестов, заменяющих слова. И спешат твои актеры, все бегут они, бегут. По щекам их белым-белым слезы черные текут. Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино.